В Дагестане наращивают площадь посадок риса. В региональном министерстве хозяйства и продовольствия сообщили, что в текущем году планируется посадить рисовые ячейки на площади почти 19 тысяч гектаров. В Минсельхозе пояснили, что валовый сбор риса в текущем году достигнет 76,3 тысячи. В следующем году планируется добиться показателя 80 тысяч. Сейчас Дагестан вышел на второе место в России по производству риса. Первое место занимает Кубань. Всего в республике производством данной крупяной культуры занимается свыше двух десятков предприятий, большая часть которых расположена в северной зоне региона. Рекорд по урожаю риса для республики был поставлен в 1989 году, когда было собрано около 90 тысяч тонн риса с площади в 26 тысяч. Сейчас руководство региона намерено выйти на прежние рекордные показатели. В Минсельхозпроде Дагестана сообщили, что особое внимание производству риса уделяется в рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективные АПК», что говорит о заинтересованности региональных властей в развитии отрасли. Кроме того, развитие рисоводства особенно важно сегодня, когда перед страной поставлены задачи импортозамещения.